Всем привет! 29 марта. Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. Вот мы сейчас в вольере у американской породы кур Амераукана. Курочка уникальна тем, что несет яйцо с голубой скорлупой. Вот такие небольшие курочки. А петушки, конечно, хорошие, мощные. Вот. Значит, две семьи. Вот у лавандового петушка три черных курочки, это им еще нету года, молодочки. И две лавандовых, это уже на втором году курочки. Они уже в ту зиму работали. Вот. То есть не молодки, бабаки уже. Вот. В вольере уже. Сами потом заходят туда вот в сарай, нестись там или на ночь, а столуются тут на улице уже, вот, на солнышке. Там через сетку вторая семья. Тут царскосельские у нас без вольера, просто гуляют. Просто гуляют. А вторая семья... Вот с голубым, или как он, петушок называется, окрас. Ну-ка, иди, это сейчас драться будет. Ну-ка, кшт. Вот такой вот он, видите? Красивый. Но нападет, не даст снимать. У него 5 курочек черных, они все не молодки. И вот, кто, может, смотрел мое видео, я говорил, тут одна, которая курочка, она просто так живет. И тут я говорил вот про вот эту. Она не неслась. Бляха-муха, сучок такой. Уйди, иди, Петька, иди, 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 не дает снимать, вот, про что говорил, а, и вот вчера захожу, она сидит в гнезде, короче, и снесла яичко, правда, маленькое, ну вот, короче, она занеслась, вот такие дела, вот, вот такой красивый Петька, он не родственный тому лаванду. То есть, получается, две семьи разнокровных. Это петухи, это с одного гнезда, лавандовый с другого гнезда, а курочки эти все от яйца, от моих кур. Вот. Вот такие дела. Вот он, какой красавец. Вот. Еще есть лавандовая курочка в том сарае. Они ее не приняли. Я хотел к нему пустить от вот этого лавандового петушка, который выводил я. Вот. Но они ее не приняли, можно будет еще попробовать. Та еще не несется. Не знаю, этот год у меня что-то какой-то неважный по яйценоскости, не знаю почему. Вот. Вот такие, короче, вот они. Наверное, уже сколько? Дня 4 как? Или 3? Как я то видео снимал, говорю, не получается сделать тут клетку. Вот. В тот же день я ее и сделал. Поменял вот эти вот столбы, поломал их, снегом было. Вот такие дела. Значит, птицы на улице, на солнышке. Царскосельские вот. Тут гуляют они, сами с сарая выходят вот так. Потому что у них был вольер туда во двор, я его сломал. Вот. Они просто вот выходят, тут по двору гуляют. Вот такой петушок. Приехал от Оли из Бузулука, подарила она мне его. Вот он такой вот, на вид поменьше, чем мой, но до того активный, до того активный. Вот, вот такая вот получилась семейка царскосельских. Того я ленинградского тот же день убрал, как привез этого. Поглядел на него, он мне вроде сначала не понравился, а когда запустил, смотрю, он до того активный. Вот, так что он тут. Немножко подождем, положим яйцо на оплот, проверим. Да я думаю, оплот будет. Шустрый парень. Блин, эта калитка открывается. Вот. Ну а тут все как... Как и раньше, вот, пушкинские,
вчера дождь был, и ночью дождь был, вот видите, натоптали грязь. Пушкинские. Сейчас вроде несутся они, можно сказать, как на четверку. В том году намного лучше неслись, не знаю, почему в этом году так. Но вот сейчас это, заработали вроде. Ну вот с оплодом неважно. Сейчас вот заложил еще инкубатор. Может, сейчас на волю вот заработали. Проверим. Какой-то год непонятный. Вот, ну а так яйцо-то есть. На. Если в пищевом плане-то нормально, а вот на инкубацию оплод хреновато. Хотя зимой проверял, оплод был отличный. Отличный оплод был. Вот у этих было из 10,9. А у этих вот тех двух из 10,8 яиц оплодотворенных. Почему? Или вот может весенняя линька была. Ну, сейчас вот перепроверяю, короче, такая картина, чтобы было понятно. Потому что мне многие звонят яйцо. Не могу я сейчас никому дать яйцо, потому что проверяю оплот. Вот так вот. Ну вот. Тут все на воле. И в том сарае все на воле. Чемпионы по яйценоскости по-прежнему пушкинские. Пушкинские миксы. Вот этот стал гад драться. Не дает снимать. Вот только начинаю снимать его. Он идет вот так. Он идет вот. Бляха-моха! Видите, что делает? Видите, что делает? Это вот на телефон. Без телефона не будет нападать. Опа. Вот так. Вот что. Так, все. Останавливаюсь. Прекращу. Давай, иди на место. До новых встреч. Пока-пока.